Специально для Дины. Лермонтов. Бородино. Поехали. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали. Досадно было. Боя ждали, ворчали старики. Что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие зарвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться где на воле. Построили редут. У наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил снаряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусью. Что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. То кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Да жаль его, сражен Булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в бородинский бой». Ну ж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел. Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось. Были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Да, были люди в наше время.
Могучее, лихое племя. Богатыри не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Тогда б на то ни божья воля не отдали б Москвы. С любовью и уважением читал актер Костя Суханов.